Здравствуйте, мои дорогие. Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Сегодня мы в светофоре, город Димитровград, Куйбышева, 34. Завезли почву, грунт универсальный, 65 литров, 186 рублей 90 копеек. Очень большие пакеты, я смотрю, плотные, не сыпятся. Здесь указано, что универсальный, изготовлен в Свердловской области, Екатеринбург. Интересно, с Урала нам привезли землю. Ну и также здесь есть фитолампы для растений. Вот такие вот на 10 ватт, 251 рубль. Так, так вот они выглядят. Так, какой цвет здесь? Наверное, розовый, не указан. Так, ну я покупала здесь такие светильники. Довольно-таки они удобные. И знаете, дешевле, чем в фикс-прайсе. В фикс-прайсе по 349 рублей лампы. Там есть розовое свечение и есть белый свет, но с полным спектром полезного света для растений. Здесь есть удобное крепление. Светодиодный для растений. Также здесь можно купить опрыскиватели на 3 литра, 217 рублей. Они были в прошлом году. Газ для портативных приборов. Сейчас по 84 рубля 90 копеек. Летом их, конечно, не найдешь. Вот сейчас можно взять. Бордовская смесь 84 рубля стоит. Такой вот пакетик от пятнистости, парши и фитофторы. Там внутри несколько пакетиков и написана инструкция, как все это разводить, разбавлять. Мы каждую весну обрабатываем. Но я думаю, садоводы-любители тоже знают, как пользоваться. Грабли 91. Вот такие вот хорошие на вид. Дальше идем. А саморезы 193 здесь. 50. Вот такие вот в упаковке. Вот информация какая. И также можно купить кормосмесь универсальный, гранулированный для кроликов, свиней. Ну, наверное, кур подходит. 469 рублей 90 копеек. Вот. Такой большой мешок. Жидкость стеклосмывающая. 109, большая бутыль 5-литровая. Ну и дальше переходим к товарам народного потребления. Так, смотрим, что здесь из техники бытовой есть. Ну, электросушилку вот эту я брала, капелька, 1359 рублей 90 копеек. В принципе, удобно высушить яблоки, там груши, ягоды. Вот. Также можно купить вот такую электродуховку Дельта за 3899. Ну, по сути, за 3900, да? Здесь есть и таймер, три режима. Вот так вот она выглядит современно. Ручки такие хорошие. Внутри есть противень и решетка. Такая вот интересная электродуховка. И смотрите, можно купить плитку электрическую, настольную. Вот такая портативная, аккуратненькая, маленькая. И цена у нее 499 рублей. Ну, 500 рублей, по сути, да? Вот вся информация здесь о плитке. Какая мощность? Вот 1100 ватт, 5-ступенчатый термостат. Вот. Также светодиодная лента за 348 рублей с пультом управления. И есть телевизоры. Вот они идут здесь в коробочках. Вот такие вот телевизоры. Так вот здесь лежат. Так, по 10 тысяч. Поддерживает Smart, Яндекс, HD 32. Голосовое управление и Bluetooth есть. Ну и чайники по 499 рублей вот такие можно купить. Самые дешевые, наверное, чайники. Вот они. Конечно, все это Китай изготавливает. 2000 ватт мощность. Есть вот такой вот за 744. Поинтереснее. Так, чайник электрический. Двухстеночный. 744,90. И вы не поверите, есть еще робот-пылесос за 5900 рублей. Легко преодолевает препятствия высотой до 15 миллиметров. Работает до 80 минут на одной зарядке.
Будет шуметь не громче обычного разговора, но интересно написали, конечно. Регулируйте мощность. Ну, в общем, вот вся информация здесь есть. Регулируйте мощность всасывания как угодно. Не оставит шансов мусору. В общем, ну, описали, конечно, все хорошо. На управлении, конечно, с помощью смартфона. Ну, конечно, за такую цену, цена очень дешевая. Я не думаю, что здесь пылесос будет, конечно, супермощный. Не думаю, что он будет супермощный. Но вот здесь вот все-таки есть такой робот-пылесос. Но такая хорошая, интересная игрушка, скорее всего. Что входит в комплект, вот вы видите на картинке. Установите кадр, посмотрите. Площадь уборки до 110 квадратных метров. 4 режима уборки. Вся информация здесь. Упаковано очень хорошо там внутри. Я не смогла вытащить. Интересно было бы, конечно, проверить, как он работает. Но покупать я не буду. У меня от Xiaomi пылесос. Старенький уже, но он то глючит иногда уже через некоторое время работы, но как игрушка, наверное, хороший вариант пропылесосить хорошие такие ровные полы. Ну и также здесь все продажи есть. Жидкое стекло 279 рублей. Я таким пользуюсь. Вот. Очень даже удобно в хозяйстве. Есть швабры вот такие вот. По 297 рублей. Такие съемные, с отжимом, с поворотом, все дела, короче. Вот она, эта швабра. Вот так вот она выглядит. А также можно купить комплект для уборки. Здесь швабра с насадками и ведром. Тоже вот с вертикальным таким отжимом. Вот, единственное, что есть ведро такое, оно не очень устойчивое, а так интересное. Так, и также можно купить сушилки. Напольные, ярусные, по 1058. Но мы видели уже их, они были в светофоре. И есть вот такие полки универсальные, трехъярусные, 597 рублей 90 копеек. То есть вот если их повесить вот так вот. Вот они, видите, какие полочки трехъярусные. Ну, такой вот, пластик и металл. Идет в упаковочке. Вот здесь вот размеры. Высота 88 сантиметров, ширина 30 сантиметров, глубина 15 сантиметров. Ну, самих вот этих вот полочек. Еще можно купить здесь комод трехсекционный 800 на 760 и на 420. Вот эти размеры 2 889 90 копеек. Вот оно так будет выглядеть. Табуретки по 268 90. Так, ну и вот это жидкое стекло можно вот взять такое вот, не в трубочке свернутое. Цена нормальная. Столы есть вот такие вот обеденные. 1676 рублей. Они тоже раньше здесь были кухонные из ЛДСП. Вот размеры какие. Так, и вот эти вот ковры мне нравятся. Смотрите. Коврик. Шеги. Так, ну вот размеры. 80 на 1,20 м. Ну, он такой вот ворс пушистый, мягкий. Я такой брала. У меня есть такие два коврика прикроватных. Очень красиво они смотрятся. Мне нравится. Смоклеющаяся панель 68 рублей. Такая вот. Ну, что-то где-то заклеить. По цвету они здесь светлее, темнее. И вот такие коврики Эва материал. 298 рублей. По цвету они вот здесь разные. Довольно-таки большой. И 47 на 85 размеры. Пакеты для заморозки. Хорошие по 40 рублей 20 копеек. Такие вот. На 3 литра 100 штук упаковки. И есть мусорные пакеты 53 рубля 50 копеек. На 45 литров. С завязками. Что, черные что ли с завязками? Вроде раньше синие были. Да, с завязками черные. Я такой еще не брала. 30 штучек. Вот взять. Салфетки из микрофибры 87 рублей, 10 штучек 30 на 30. Вот такие вот. Так, а это что такое? Так, водовпитывающая
полимерная ПВА-губка. Интересно. Ну, такой не брала. Кто брал? Пишите. 79 рублей 43 на 32. Меламиновые губки. Вот их сколько. Или это одна? Да, 10 на 7 на 3, 5 штучек. Вот. 56 рублей 50 копеек. Вот аквариум хорошо мыть. Так, обувь 249 рублей 90 копеек от 36 до 45 размера. Вот такие вот галошки, но для сада самое то. Колготки есть по 222 рубля. Так, да, от 2 размера до 5. 500 ден, ну такие тепленькие. Вот такие вот тельняшки по 299,90. Ну, у них такой начес есть небольшой. И куртки есть по 3,229. Аляска. 48-54 размер. Ну, вот она, вот такая вот Аляска. С капюшоном, на меху. Так, ну и вот еще есть сапоги по 399. Вот такие детские. Носки по 199. Здесь три пары. Шерсть 70%. Ну и дальше полиэстер, эластан. Но я не знаю, это мне кажется вот эти вот. Они по 7. Ну да, вот. Это что значит, шерсть сюда входит, что ли? Интересно. На ощупь просто как хлопковая. Вот такие носки по 70 рублей. Ну, такие вот по 70 рублей носки. Хотя здесь вот как раз шерсть 95%, акрил 5%. Да. Вот они по 70 рублей, вот такие носочки. Так, ну, спортивные 75. Здесь три пары. А, кстати, носки вот есть еще серого цвета, светлого цвета. Сейчас тоже носки возьму. 70 рублей – это самая дешевая цена носков. Так, ну вот комплекты женские, двойка, джемперы, шорты из футера. Они все еще есть по 765 рублей. Мне кажется, цена завышенная, поэтому они до сих пор с лета лежат. Есть комплекты универсальные. Ой, нет, Лешка, здесь вычеркни. Ну и дальше здесь вот разные штанишки есть. Мусорные мешки еще есть вот такие вот. На 120 литров большие 52 рубля. И пергаментная бумага 54 рубля есть. Она силиконизированная, но нормальная. Вот я ее брала уже. Так, капля. Средство для мытья посуды. Здесь целый литр 68 рублей. Вот такое средство для мытья посуды. Камерон. 73 рубля 90 копеек. Здесь больше литра. Сод для ванны 43 рубля 80 копеек. Вот. Санфор. Чистящий порошок 42 рубля 50 копеек. 500 грамм. Нормально. 83 рубля. Универсальная. Лимонная свежесть. 83 рубля 50 копеек. Вот такое универсальное чистящее средство. Здесь, ну, почти литр. Кладем в нашу потребительскую корзину. Так, ну, разное здесь мыло. По 139,5 литров. Смотрите, какой цвет красивый. Мыло жидкое Колорит. 64 рубля 90 копеек. Вот такое вот. Восстанавливает, питает и ухаживает. С клубничкой и с яблочком. Мыло туалетное, Салют. Семейное, натуральное написано здесь продукт. 33 рубля 50 копеек. Большой кусок, 200 грамм. Ванная 42 рубля, тоже большой кусочек, 180 грамм. Есть вот такое мыло. А здесь с маслом, по-моему, оливы оно было. Вот здесь вот, да, 4...
кусочка. Что-то он какой-то пятнистый внутри. Дуру. 59 рублей, 30 копеек, 85 грамм каждый кусочек. И жидкое мыло туалетное, 49 рублей, литр. И черное мыло тоже очень хорошо в бане поставить такую баночку. Оно очень хорошо пенится, пахнет травами. Также вот есть детское мыло жидкое, 112 рублей. Тоже большая здесь бутылка, удобный дозатор с ромашкой. Есть детское мыло, тоже в упаковочках, твердое. Тоже здесь 4 кусочка, по 75 грамм каждый, 69 рублей, 40 копеек. И стиральный порошок в бане. Но что-то его не хватили, 206 рублей 90 копеек, 4 килограмма. Есть вот такой. Есть стиральный порошок по 175 рублей 90 копеек. Вот это я не видела еще. Пупси, 4 килограмма. Или Папси. В общем, я читать не умею по-английски. Лотс 236 рублей. Здесь целых 6 килограммов. Большая упаковка. Есть био. Два. У меня вот такой вот был порошок стиральный. Очень долго я им пользовалась. Наверное, года два. 411 рублей 50 копеек. 9 килограмм. Ну, конечно, помимо этого стирального порошка я еще и другие покупала. Вот. Но... Есть еще по 248, вот такой стиральный порошок Тори. В общем, стиральных порошков тут выбор большой. И также есть гели. Вот такие вот, тоже покажу обзорные. Кондиционер для белья 74 рубля. Лины. Ну, вот такой вот большой. Салфетки 138 рублей. Вот такие универсальные полотенца по 113. 150 здесь штучек. Туалетная бумага 82 рубля. Так. А, Леш, здесь заново. Два бумажных полотенца 82 рубля 50 копеек. Очень большие здесь вот эти вот мотки. И двухслойные они идут. А туалетная бумага 133 рубля 90 копеек. Здесь двухслойные, тоже 8 рулонов. И ова пропадала как-то, но вот сейчас она опять есть. Трехслойные, 8 штучек в кубе. 171,50. Пеленки. Подгузники. Все здесь в светофоре, конечно, дешево. Есть прокладки Милан, 44 рубля. Женские. Вот. Ну, здесь 15 штучек. В принципе, они нормальные. Есть вот такие прокладки по 59,30 ежедневные. Ну, здесь, смотрите, 60 штучек. Но я как-то их брала. Не знаю, мне не понравились. Так, вот такие влажные салфетки 67 рублей. Большая такая упаковка, объемная. Вот, аура. Для всей семьи подходит с антибактериальным эффектом. 180 штучек. Ну, цена такая нормальная. Есть вот такие влажные полотенца по 74 детские. 60 штучек. 74,50. Влажная туалетная бумага. Вот здесь идет с клапаном. 72 рубля 50 копеек. Шампунь Дуру 103 рубля 50 копеек. 500 грамм. Вот такой вот шампунчик есть. Антижир 60 рублей. Такая большая бутылочка, целый литр. Так, зубная паста «Жемчуг» с фтором. 33 рубля 20 копеек, 100 миллилитров. Ну, такой не маленький. Есть вот такая зубная паста «Промис» 40 рублей. Тоже плюс 20 грамм бесплатно, 125 грамм. И вот такое есть еще чистящее средство «Антижир». Вот, для кухни, против жира и копоти. Для сковородок и кухонных плит. 70 рублей, 10 копеек. Удобный здесь носик, дозатор, 600 миллилитров. Также есть вот такой универсальный чистящий гель. Так, сейчас достанем. Здесь вот удобно, знаете, не с перфорацией, а с такими пупырками, что удобно держать в руках. Туалет, сила хлора, белоснежность, чистота. Ну, то есть это для туалета, 60 рублей 90 копеек. Но он такой вот жидковатый.
Надо взять, испытать. Так, идет в потребительскую корзину. Так, ну, в принципе, булькают одинаково. Да это, по-моему, пожиже, подешевле который. Какие красивые полотенца по цвету собрали. Смотрите, 276 рублей, полотенце махровое, 70 на 130. Размер большой, 100% хлопок. Ну, это, наверное, Узбекистан. 70 на 130. Ну да, 70 на 130. Так, а вот здесь вот 50... Да, вот женщина разворачивает. Хорошие полотенца. Но махра у них не очень такая пушистая, тонкая. Жидковато, да. Вот это вот чуть-чуть попушистее. Вот это чуть-чуть попушистее. По 130 рублей, 50 на 80. Ну, вот такие вот вафельные полотенца. Правда, при стирке они так и скукоживаются, маленькие становятся. 65 рублей. Вот такие полотенчики. Вот эта вот подушка анатомическая, очень удобная, я ей пользуюсь. Удобно подкладывать под спину. 1052 рубля 90 копеек, 40 на 60. У нее цена держится уже несколько лет вот такая, ни больше, ни меньше. Но, с одной стороны, может, это хорошо, что не увеличивается цена. Подушка лебяжий пух, но это только название. 70 на 70, 268 рублей. Конечно, есть искусственные наполнители внутри. Электроды сварочные, 298 рублей килограмм. И даже есть аппарат сварочный. 3326 рублей. Так, ну тут еще есть помимо подушка одеяла и матрасы вот такие вот. Но это все, весь товар я уже показывала, он был. Вот такие вот красивые кружки по 65 рублей. Стеклянные, это Диколь. 350 миллилитров. 65,90. Симпатичный. А вот такие кружки уже были, 49 рублей, вот с такими пупырышками тут. Ну, очень дешево, конечно, 49,90, 350 миллилитров, это дешевле, чем, допустим, фикс прайс в том же. И такие коврики есть для сушки посуды универсальные, 239 рублей. Дороговато, конечно, но они вот силиконовые. Размеры вот 30 на 40. Также есть вот такие вот салатники по 138 рублей. Так, и целые наборы чайных таких чашечек с блюдцами, 12 штучек. И цена 859 рублей. Вот. 12 предметов. Вот эти кастрюльки тоже симпатичные, большие очень. С антипригарным покрытием, 1449 рублей. И мне понравился вот этот салатник. Смотрите, какой он симпатичный. 128 рублей стоит такой, с голубым оттенком. И он, знаете, вот переливается вот несколькими гранями, как алмаз. Такой вот фактурный внутри. И такие же тарелки. Тарелки по 67,90. Но у них, у тарелок цвет немножко отличается. Может, у вас есть такого же цвета, надо искать здесь. Так, ну, форма, конечно, такая красивая. Так, на темном, может, лучше видно. Так, ну и фужеры, наборы разные. Вот цены тоже перед вами. Сковородка 200, 925 рублей, тоже с антипригарным покрытием. Так, тут вот что интересное. Ой, оно для пиццы. Форма 229 рублей. Вот такие маленькие сковородки, порционные, глубокие, 14 сантиметров. Черный гранит, 186 рублей 90 копеек. Такая интересная сковородка. Очень легкая. Так, ну опять здесь фитолампы пошли. Сейчас вот начнется у нас садовая пора горячая. Да. В этот раз с книгами, конечно, здесь бедновато. По 199 рублей можно купить вот такие вот книжки. «Умный ребенок», «Для развития», тут по возрастам. И меня заинтересовала вот эта вот книга «Энциклопедия для малышей в сказках». 100 профессий. То есть какие бывают профессии. Вот. Хорошие такие рисунки. Довольно-таки. Большой шрифт. То есть ребенку почитать, поинтересоваться. Тут вот много интересной информации. Вот. Ну и путешествие по странам. Тоже энциклопедия в сказках.
такая вот с красивыми рисунками о разных странах. И также вот есть здесь интересные БАДы. Кедровые леденцы с медом и прополисом, лимон для горла и поднятия иммунитета. 40 леденцов по 98 рублей. Так, информация какая здесь с обратной стороны. Есть спрей назальный аква, 208 рублей 90 копеек. Вот. Здесь сразу 4 штучки набором продается. Но сейчас мы находимся в холодильном отделении. Здесь вот есть горбуша по 219 рублей. Свежемороженое, кальмары 309 рублей, гранаты 98 рублей. Интересно, они съедобные, нет? Апельсины 69 рублей, грейпфруты вижу. Так, ну вот говорили, что мандарины так сверху не очень, а внутри вроде они сладкие. Грейпфрут по 89,90. Перчик хороший на вид. Красный, болгарский, 227 рублей 90 копеек. Так, ну и дальше посмотрим сейчас, что тут имеется. Такой вот рагу свиное, килограмм 91 рублей 20 копеек. 91 рубль, в общем. Так, а вот это вот что? Окорочок куриный, 174,90. Ничего себе, как от индейки, огромные. Окорочка, грудинка по 219 рублей 90 копеек. Так, вот это вот шея утят 113. Так, вот это бедра куриные 173. Так, а это печень свиная 85 рублей 40 копеек замороженная. И есть вот такие блины, стейки свиные 369 рублей 90 копеек. Уши 181 свиные. Ну, колбас здесь, конечно, большой выбор. В основном все то же, что я и раньше показывала вам. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Так, вот есть пикша. Вот она пикша, на вид неплохая. Свежемороженая 221 рубль. Скумбрия 225. И есть минтай по 140 рублей. Вот тоже минтай можно все-таки здесь набрать. Неплохой он на вид. Ну, разные соленья, варенье. Кто не делает, тоже можно здесь все прикупить дешево. Относительно других магазинов. Так, ну сейчас я тоже рыбу наберу. Так, ну это лучше, конечно, у фермеров творог купить. Так. Масло вот это вот я брала. Написано традиционное 118. Но мне все-таки нравится ульяновское масло. Волжские просторы гораздо вкуснее, чем все вот эти вот наполовину спреды. Свинина на кости. 206 рублей 90 копеек. Здесь, наверное, нарубят. Еще такой нужно. Оливковое масло 168 рублей. Такая вот интересная, красивая бутылочка. Но она, бутылочка пластиковая, здесь 500 миллилитров. Олива. Но мне кажется, лучше нашего подсолнечного масла ничего нет. Так, еще здесь есть мука, я знаю. Вот мука здесь хорошая. 139 рублей 90 копеек, 5 килограмм. Она симбирская. Вот, это город Ульяновск. У нас, в общем, наши местные делают такую муку на продажу. Так, ну и макароны 155 рублей. Вот, они разных здесь конфигурации. Есть перьями, есть вот такими рожками. И все, что ли? Нет, вот еще есть вот такая. В маленьких упаковочках. Итальянская написано. 26 рублей 70 копеек. Это перья. Группа А. 450 грамм. Так, вот такие большие упаковочки. 183 рубля. Тоже группа А. Тоже высший сорт. Вот они. Такими макарошками. Фунчоза есть 92 рубля 400 грамм, кто любит. Есть вот такие 84 рубля упаковочка фунчоза по-китайски. То есть можно тоже приготовить. Так, а это вот пюре гороховое. Я, знаете, брала, разваривается очень быстро. 63 рубля
Вот такая пачка. Здесь сколько? 400 грамм. Но все равно вкус у него, знаете, вот такой, ну, мне не понравился. Лучше уж обычный горох сварить, будет вкуснее. Есть крупа перловая 22 рубля. Тоже берем 32 рубля. Вот такая каша увелка. Тоже нужно взять 5 штучек. Здесь иногда быстренько сварить. Это очень удобно. Ну, такие вот каши разные. Вот смотрите, перчатки нашла красивые. 131 рубль 90 копеек. Со снежинками такие. Ой, какие симпатичные. Такие вот перчатки. Кофе черная карта 303 рубля. Стеклянная банка большая, 190 грамм. Я знаю, что некоторые любят этот кофе. Я люблю Нескафе. Тут разные сладости. Но я думаю, кофе здесь еще есть. Да, вот оно. Вот такой вот кофе по 259 рублей. С молоком ничего вкусного, я пробовала. Да, вот такой вот кофе. Так, ну и вот разные соленья. Цены вам видны. Крупно написано, очень хорошо. Тоже так пройдусь, покажу, что есть. Абрикосы по 172, красивые. Черешня красная в легком сиропе. 172 рубля, кубаночка. 150 грамм. Так, а вот это вот варенье из малины. Но варенье по 116 рублей все идут. Здесь они разные. Есть со смородиной черной. Так, черника даже 116 рублей. Интересно, у них какой вкус. Кто брал, пишите. Вот они тут разные. Облепиха даже есть. Смотрите, с сахаром. Все это Кубань поставляет. Ой, какая интересная облепиха. 500 грамм, 116 рублей. Есть томатная паста 134. Дон Консерпром. Сделано по ГОСТу, написано. Большая банка. Оливки есть вот такие зеленые. Без косточки 118 рублей. Мятая банка попалась. Обычно из Испании их поставляют. Перец есть по 111. Я знаю, что некоторые брали, но мне показался остренький. Горох зеленый. Горошек. 73 рубля. Вот в таких баночках. Тут по 62. И кукуруза есть по 85 рублей в таких же банках поллитровых. Друзья, на этом видео свое заканчиваю. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал Акварелька. Все самое быстрое и интересное можно посмотреть в телеграм-канале, а также на Дзене видео выходит. И также там есть статьи с подборками интересными. Тоже проходите, смотрите. Всем удачи, выгодных покупок и крепкого здоровья. До свидания.